Решите уравнение. Логарифм в квадрате. Основание 2 от x минус 3 логарифм в основании 2 от x плюс 5 равняется 9. Первым делом мы перенесем 9 в левую часть и приведем подобные члены. Получается логарифм в основании 2 от x в квадрате минус 3 логарифм в основании 2 от x минус 4 равняется 0. Сделаем замену переменной. Пусть t равняется логарифм в основании 2 от x, тогда t квадрат будет равняться логарифм в основании 2 в квадрате от x. Подставим. Получается t квадрат минус 3t и минус 4 равняется 0. Здесь надо решить квадратное уравнение. Дискриминант равняется минус b 9 минус 4 умножить на 1 и умножить на минус 4. Дискриминант равен 25 или 5 в квадрате. t1 2 равняется минус b это 3 плюс минус корень из дискриминанта это 5 и деленное на 2a это будет 2. t1 равняется это будет 3 плюс 5 деленное на 2. t второе равняется 3 минус 5 деленное на 2. В первом случае t у нас будет равняться 4. Во втором случае у нас будет минус 1. Вернемся к старой переменной. Таким образом у нас получается логарифм от x равняется 4, а здесь логарифм 2 от x будет равняться минус 1. Замножим 4 и минус 1 на единицу. А единицу можно представить в виде логарифма 2 от 2. И здесь тоже логарифм 2 от 2. Внесем множители под логарифм в степень к двойке. Тогда получается логарифм 2 от x равняется логарифм 2 от 2 в четвертой. Во втором случае будет логарифм, посмотрим, 2 от 2 в минус 1. Логарифмы у нас одинаковым основанием, следовательно, они будут равны в том случае, если будут браться от одинаковых значений. То есть, в этом случае x равняется 2 в четвертой, во втором случае x равняется 2 в минус 1. Или x равняется 16, а здесь x равняется 1 вторая. Посмотрим от до z. Так как это логарифм должен браться от положительного числа x больше 0. Двойка у нас положительна и не равна единице. Следовательно, у наши ответы 16 и 2 удовлетворяют от до z. И в ответ идут два значения. X равняется 16 и x равняется 1 вторая. Задача решена. Спасибо за внимание.